Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на демисезонные ботинки Викинг Виме с мембраной Гортекс. Они полностью водо- и ветронепроницаемые. Благодаря сетчатой поверхности они хорошо дышат и ножки в них не потеют. Это модель из демисезонной коллекции бренда Викинг весна 2021. На данный момент в наличии две расцветки. Это розовые ботиночки для девочки и модель в синем цвете для мальчиков. Обратите внимание, что здесь очень яркий оранжевый подклад и оранжевые элементы на внешней части. Внешняя часть выполнена из текстиля, но есть вставки из эко-кожи. Сзади на пяточке, спереди и на липучках. Она защищает от ударов и потертостей, увеличивает износоустойчивость модели. Подошва выполнена из натуральной резины с прослойкой Эва. Она делает подошву более гибкой. То есть ребенок не чувствует скованности, может бегать, прыгать и наслаждаться прогулками. Рельефный рисунок на подошве обладает антискользящим эффектом и обеспечивает прочное сцепление с поверхностью. Ботинки Викинг легко расстегиваются на две липучки, подойдут на ножку с высоким подъемом. Внутри мы видим подклад также из текстиля и стельки 100% полиэстер. Внутри демисезонных ботинок Викинг находятся съемные стельки. Они имеют правильную анатомическую форму. На этикетках мы видим, что используется мембрана Гортекс, которая делает обувь полностью водонепроницаемой. Также эти ботиночки можно стирать в стиральной машинке при температуре воды не выше 30 градусов. Это очень удобно. Вся обувь, представленная на сайте Viking Boots, оригинальная. Вы можете найти на коробке этикетку «Честный знак» и проверить. Посмотреть все характеристики, ознакомиться с другими моделями можно на нашем официальном сайте Viking Boots. Ссылка ниже в описании.